Кстати, за играми викингов складывается что-то в большей степени команда настроения. Всегда не хватает чуть-чуть. Разделяете ли вы эту точку зрения? И чего, возможно, не хватило сегодня для положительного результата? Сегодня было много травм, на самом деле. Не было двух ключевых игроков, Паши Белохотнюка и Давида. Вот. И из-за этого в защите был такой сумбур. На самом деле, ребята играют просто, когда мы играем, например, между собой, вот, мы играем в разных командах, и поэтому не хватает сыгранности. Но я думаю, что это повлияет. Сказываются ли на команде вот такие вот результаты, когда есть игра, есть и в атаке получается забить, но нету результата? Сказывается ли это на игре, ну, на настроении? На... Ну, вообще да. Ну, ребята теряют моральный дух, и из-за этого так получается, что проигрывают. Спасибо.